То есть и базовое образование не нужно для успешности? Базовое образование, я считаю, что я бы даже вообще сейчас не шел в наши университеты. То есть нужно заканчивать школу и стартовать идти, бизнес? Да, и идти сразу, пытаться идти где-то учиться, получить хорошего наставника и стартовать, и не морочить себе голову. Потому что все то, что мы, то образование, которое мы якобы имеем, и быть любознательным, быть активным, каждый день учиться, потому что мы пытаемся подменять определение. Я не умею что-то, а у меня есть такой-то диплом, я закончил такой-то институт. Никого это сегодня не интересует.